Текст книги «Грибной государь». Дополнение к SCP-1263-RU. Конлуи Мантиус Касхаратот. «Грибной государь». Книга из серии «Первозвестники переворота для самых маленьких». Издательство «Тиамат». Аннотация. Эта книга познакомит ребенка с тремя удивительными первозвестниками переворота. А еще благодаря мастерски вплетенным в художественный текст обучающим моментам, он получит много интересных и полезных знаний, которые пригодятся ему в жизни. Добро пожаловать в сказочный лес. Эллен шел по лесу. Знаешь ли ты Эллена, мой маленький читатель? Он такой же крошка, как и ты. Ему 5 или 6 лет от роду. У него большие карие глаза и золотые волосы, которые завиваются и торчат, как гребешок у петушка. В руках он всегда носит смешную зеленую лягушку, которую сшила ему бабушка. У лягушки длинные лапы, и когда Эллен идет, они немного волочатся по земле, поэтому пальчики у лягушки всегда черные. Вот и зовут ее Чернолап. Эллен любит венские вафли с шоколадом, а еще играть в жмурки в большом доме, когда все его братья и сестры прячутся по разным углам гостиной. Эллен играет лучше всех. Он умеет залезать в любую щелку, даже в самую маленькую, такую, в которую перочинный нож не просунешь. А еще он видит в темноте. Часто Эллен поддается и стоит на самом виду, специально, чтобы его поймали. Ведь если он станет слишком часто прятаться по щелям, с ним не будут играть. Мем-агент удален. В общем, как видишь, Эллен – самый обычный мальчик. Эллен шел по лесу, и лапки Чернолапа волочились по земле. Они тихонько шуршали в осенних листьях. Эллен все время слышал их шорох, словно за ним кралась маленькая мышь. Внезапно за спиной стало тихо, и малыш заметил, что сошел с тропинки на мягкий мох. Чем дальше он шел, тем больше вокруг становилось цветов, а стволы деревьев покрывал разноцветный лишайник. Вдруг Эллен снова услышал тихий шорох за спиной, но тропинки под ногами не было. Он обернулся и увидел, что он в лесу уже не один. На этот раз за ним и правда крались маленькие мышки. «Ну-ка посмотри на картину и пересчитай их всех, маленький поганец». «Правильно, мышек было 7. Мышки семенили по мшистым кочкам своими крохотными лапами. А ну-ка посчитай, сколько всего было лапок. Да наполнится твой рот черной вонючей жижей». «Умник, правильно, всего 29 лапок». То и дело подпрыгивали и взвизгивали жалобными голосами. «Эллен, почему ты один в лесу? Где твой папа? Где твоя мама?» Под конец мышки стали вести себя совсем неприлично и принялись дергать Чернолапа за пальцы. Малыш остановился и посмотрел на мышек. «Что вам нужно? Маленькие детки ходят только по тропе», — сказала одна мышка, а другая продолжила за нее и за ручку с мамой. «А одному в лесу опасно. В лесу много обитателей». И третья подхватила ее слова. «Мы проведем тебя безопасным путем, если ты будешь следовать за нами и не наступишь нам на хвостики». И мышки побежали вперед, выстроившись вереницей перед мальчиком. Самая старая седая мышь встала впереди, вторая сзади взяла ее за хвостик, третья взяла за хвостик вторую. И так до конца. Догадался, сколько хвостиков было. И вот мышкиный строй проворно побежал по кочкам, а Эллен пошел за ним. Последняя маленькая мышка, чей хвостик никто не держал, опасливо оглядывалась, боясь, что мальчик своим сандаликом наступит на самый кончик. Но Эллен шел очень-очень осторожно. Так они и прошли от одного дерева к другому, затем от другого к третьему. Они миновали уже много деревьев, и вскоре стволы начали встречаться часто-часто. Лес стал гуще и темнее, но Эллен хорошо видел в темноте. Внезапно он услышал совсем рядом голос. Голос сказал: «Эллен, мышки ведут тебя плохим путем». Малыш осмотрелся, но никого не увидел. Тут кто-то заговорил снова. «У того большого трухлявого ствола нам нужно было свернуть направо». Голос раздавался прямо под ухом, и Эллен с удивлением понял, что он доносится из пасти тряпичной лягушки. А еще она теперь могла вращать своими пуговичными глазами. «А ты бы кому поверил?» «Мой крохотный комочек плоти, истекающий слюнями и сукровицей. Да покроются твои пальцы зеленой плесенью, да отвалятся и превратятся в червей». Эллен пошел в ту сторону, куда вели мышки. И правда, зачем слушать зеленого длиннолапого лягушонка, сына болотной жабы, чей рот в тине, из отверстых глаз которого течет вонючий кал, чья пасть источает зловоние, словно сотни могильных слизней сгнила у него в утробе, превратившись в склизкое черно-желтое месиво, сочащееся гноем. Долго они шли, и постепенно земля внизу начала хлюпать. Захлюпало в сандалиях Эллена, хлюп-хлюп, захлюпало под лапками у мышей, хлип-хлип. Между деревьями появились просветы, и они вышли к черному зловонному болоту. Мутная стоячая вода окружала кочки, на которых росли гнилые растения и вонючие грибы. «Я же говорил!» — вскричал Чернолап скрипучим голосом, и его глаза завращались.
Изо рта полилась черная жижа. Мышки ведут тебя не туда. Но Эллен любил своего лягушонка и прижал его покрепче к груди. Он даже на мышек ругаться не стал, потому что был добрым мальчиком. Если ты будешь таким же добрым мальчиком, грязный маленький ублюдок, твоя кожа сгниет и под ней посеется мокрица. Господня ангела, чтобы кровь твоя скисла, мерзкий мешок с гноем и калом, чтобы ты подыхал как можно дольше, вонючий выкидыш вселенной. На одной из кочек сидело странное существо. Оно было похоже на клубок перекрученных коряк, с которых свисала тина. А в глубине тины сидели тусклые глаза. «Горе вам, путники!» – застонало оно. «Вы заблудились? А с этого болота нет пути. Тогда мы вернемся обратно», – сказал Эллен. И смело обернулся, но вокруг было только болото, которое успело вырасти, пока они стояли. Эллен и мышки оказались на кочке. Ужасная жаба поселилась в этих местах. Ее имя хозяин болот. Ее владения с каждым часом растут. Она живет вон там, в глубине болота. Сказала существо и показала скрюченной рукой вдаль. А показав, задрожала. Никто не одолеет жабу. Никто не спасет нас от проклятия. Посмотрите, что сделал со мной хозяин болот. А ведь раньше я был милым и пушистым зайчиком. Эллен растерялся. Он боялся жабу и не хотел идти вглубь болота. А тут еще чернолап захрипел и начал покрываться какими-то пупырками. Ты скажешь, что нет такого слова «пупырки», мой сладкий читатель? Вырежу свой гнилой язык и засунь его себе в правую ноздрю. Но не успел Эллен снова сказать, как храбрые мышки выстроились в колонну и стали маршировать. Кто-то наводит беспорядок в нашем лесу. Не дадим лес в обиду. Воскликнула самая старая мышь. На жабу, на жабу, на жабу. Хором откликнулись остальные мышки и стали одна за другой перепрыгивать с кочки на кочку. Эллену стало стыдно, что даже маленькие мышки смелее, чем он. И он стал прыгать по кочкам в ту сторону, куда показало существо. А чернолап подбадривал его, ведь всем известно, как лягушки относятся к жабам. Чем дольше они пробирались по болоту, тем ужаснее становилась вонь. Над водой стоял густой желтый туман, в котором копошились силуэты каких-то тварей. В воздухе летали насекомые, которые кололи Эллена своими острыми жалами. Там, где они его жалили, появлялись волдыри, большие и красные, как спелые ягоды. Укусы чесались, и Эллен уже содрал вокруг них всю кожу, когда они наконец увидели среди ядовитых испарений высокую гору. Нет, это была не гора, а отвратительная жаба. Она сидела на большой кочке и была такой огромной, что Эллен едва мог разглядеть ее голову. Хотя даже если бы он увидел ее, он не смог бы понять, где кончается тело и начинается голова. Вот какой толстой была жаба. А если бы он забрался повыше, то смог бы увидеть ее огромный рот, усеянный острыми зубами. Такой большой, что когда жаба его открывала, он разделял ее тело напополам. Громадной ужасной кучищей плоти была эта жаба. Ее кожа была покрыта язвами и блестела от ядовитых выделений, а в складках накапливалась тина и копошились пиявки. Из ее округлых боков торчали широкие кожистые трубы, из которых в землю изливалась зловодная черная жижа, чернее черных червей. Еще одна труба была во рту хозяина болот, под языком. Из нее слизь извергалась гремящим водопадом. «Окуни свою голову в божественный ихтор», Эллен дребезжащим голосом закричал чернолап. «Причастись в крови первозвестника переворота». «Мем-агент удален». Услышав призыв, хозяин болот немного наклонился к маленькому испуганному Эллену. Очень сложно наклоняться, когда ты такой большой. Открыл свой рот и издал утробный рык, подобный рокоту сотни барабанов. Эллен от страха не смог даже пальцем пошевелить. Даже пискнуть не мог, а мышки тем временем вскарабкались по бокам хозяина болот. «Очень просто быть незаметным, когда ты такой маленький». Вместе подняли кожистые трубы и воткнули их одну из них в другую. Потом они взбежали на голову хозяина болот, забрались к нему в рот и вложили трубу, которая до этого торчала наружу, ему в глотку. Все ядовитые соки потекли обратно внутрь его чудовищного тела. Хозяин болот захрипел и стал ворочаться и раздуваться. Чем больше он шевелился, тем больше кочка проваливалась под его весом, и тем больше он увязал в болотной жиже. Эллен побежал помочь, потому что испугался, что его тоже засосет взбаламученная трясина. Прыгая по кочкам, он слышал, как харкает и булькает чудовище за спиной. «Аргх!» – хрипел чернолап в руках мальчика, захлебываясь и плюясь черной слизью. «Ну что же ты, мой маленький читатель, оставим ненадолго наших героев, которые видели своими глазами, как был свергнут первозвестник переворота, и обратимся к твоей ничтожной особе. Достаточно ли уже насланные мною проклятия пропитали ядом твою бессмысленную душонку? Уже ли ты корчишься в долгой агонии, дрожащими и сведенными спазмом пальцами, подтаскивая к себе чудесную книгу, чтобы, превозмогая туман смерти, окутавший твой взор, дочесть до конца историю маленького Эллена? Услышали я твой предсмертный хрип, словно ликующий крик первобытного
огромного птенца, разбившего наконец клюм свою скорлупу, возвещая миру о долгожданном своем рождении, или же еще мало яда вылилось на тебя из страниц этой книги, и взор твой, ясный как зеркала, в залах короля Алагады исполнен брезгливости, и рука твоя уверенно переворачивает новую страницу, и прочитанная тобой история ничему тебя не научила. Что же, слушай новые поучения. Ты лужица куриного помета, ты грязная ошметок кожи, который слепой бездомный соскреб ногтями со своих покрытых пролежнями боков. Ты вскрывшийся гнойный нарыв, на теле угодивший в яму гиены. Да распадется твоя душа изнутри, если однажды ты захочешь уподобиться тем мышам, никогда не бросая вызов первозвестнику переворота. Эллен был напуган, он бежал, почти не разбирая дороги, то и дело проваливаясь по щиколотку в темную ледяную воду. Но вот вода стала отступать, втягиваясь в жабью яму у него за спиной. Кочки стали появляться все чаще. Наконец Эллен ступил на твердую землю. Он заметил, что оказался в другом лесу. Деревья здесь были высокими и ветвистыми, с раскидистыми кронами. Сквозь их листву пробивался мягкий желто-зеленый свет. «Этот лес выглядит славным», — сказал Эллен. «Отсюда мы выберемся домой». «Нет», — сказал Чернолап, — «ты зашел очень далеко в лес. Это владение грибного государя. Чтобы отсюда выйти, тебе придется найти его и попросить разрешения. Только тогда он тебя выпустит». Эллен шел дальше. Теперь он начал замечать диковинные грибы, которые росли на пригорках и пнях. Они были похожи на маленькие упругие зонтики и светились мягким зеленым светом. Другие напоминали нанизанные на ножки кусочки мозгов, прорезанные бороздами и извилинами. Третьи были, как россыпи камней, с той лишь разницей, что над отверстиями в их шляпках вился дымок. Были здесь и мухоморы, белые, рыжие, красные и разноцветные, с желтыми бусинками влаги, скопившимися по краям шляпок. Были грибы с бахромой, с юбочками, с сетчатыми вуалями. Грибы, напоминающие диковинные замки. Грибы, взбирающиеся по стволам многоступенчатыми лестницами. Эллен никогда не видел таких удивительных грибов. Если они такие красивые, думал он, наверное, они очень вкусные. В лесу было жарко, а еще тут было влажно. Деревья обвивали лианы, а под их пологом застаивался душный туман. По стволам взбирались цепкие лозы, и прямо на глазах расцветали огромными цветами с запахом гнилого мяса. Между ветвями гнездились дикие орхидеи, и тут же рядышком пристраивались похожие на отрезанные уши бурые грибы. С нижних ветвей свешивались бледно-зеленые бороды лишайников, а верхние оплетали какие-то тонкие дрожащие на ветру нити. Всюду стоял горько-сладкий запах. Он был приятным, но от него хотелось чихать. Какой-то гриб надулся, как воздушный шарик, и выпустил в Эллена облако спор. Эти крохотные споры осели у него на коже, и в местах, где были расчесаны укусы насекомых, стали прорастать тонкими грибными нитями. Тем временем жизнь вокруг неслась, обгоняя саму себя. Цветы, только успев расцвести, оказывались иссушены жадными до нектара насекомыми. Насекомые, едва слетая с цветка, шли на корм прожорливым ящерицам, которые лопали их с мерзким хрустом. Ящерицы преображались, отращивали щупальца, корни и перья, и в итоге их клевали отвратительные птицы, слетающие с верхушек деревьев. Твари, одна гаже другой, жрали друг друга и преображались. Преображались и жрали в безумной бессмысленной гонке. Недавние братья по гнезду и норе жрали друг друга за место под солнцем. Тут же их трупы разлагались, покрывая землю густым перегноем, на котором росли и множились грибы. Несколько раз Эллен проваливался по щиколотку в эту вязкую гниль. Долго они шли. Наконец Эллен почувствовал, что очень голоден. Он присел на пенек, выбрал красивый радужный гриб, похожий на сыроежку, и стал его жевать. «Раз сыроежка», — сказал Эллен, — «значит, можно есть сырой. А ты знаешь, какие грибы съедобные, какие нет? Если не знаешь, иди к своей мамаше, чьи лоно полно червей, и спроси у нее». Мимагент удален. Эллен жевал гриб, и голод быстро проходил. Вместе с ним проходили страх и грусть. Эллен весело засмеялся, и растущие из него грибные отростки радостно заколыхались в воздухе. Эллен понял, что ему не надо бояться леса, ведь лес желает ему добра. Он засунул несколько грибов в рот чернолапу. Потом они весело пробежали вверх по склону. Эллен на своих двух лапках, лягушонок на своих 10 щупальцах. Они бежали и смеялись, и небесное ей злое ярко освещало их лица. Грибы, деревья, твари, все они весело переливались и смешивались, как краски на волшебной палитре художника. Все плясало в ликующем круговороте пожирания и распада, в нежных лучах ей злое. Вдруг перед ними из перегноя выросли три незнакомца. Один был весь покрыт красными пузырями и слизи, у второго было много тонких отростков и большой зубастый рот, третий был завернут в сетчатую грибную вуаль. Эллен подумал, что надо спрятаться, и спрятался в трещине в старом пне. Незнакомцы схватили чернолапы и стали весело с ним играть. Всем было очень смешно. «И-хи-хи», — смеялся Эллен, когда они оторвали лягушонку лапки. «А-ха-ха», — смеялся лягушонок, когда они разорвали ему животик и вытащили оттуда кишки. «О-хо-хо», — смеялся Эллен, когда они натянули лягушонку на морду его квакательный пузырь. «И-и-и», — верещал лягушонок, когда они... Мимагент удален. Вот и подходит к концу история Эллена. Они бежали все выше и выше, и наконец очутились на вершине холма. Здесь росли высокие
грибы, причудливой формы. Они возвышались, как скальные пики, теряясь вершинами высоко в облаках. Вместе образовывали форму круга. «Вот мы и пришли к грибному государю», — сказал Чернолап, шевеля своими светящимися отростками. «Это его дворец?» — спросил Эллин, задрав голову, чтобы получше рассмотреть грибы. «Нет, это его корона. А где же он сам? Ты все время по нему шел». И тогда гнилая почва разверзлась под Эллином огромной зубастой пастью. «Мимагент удален». «Прямо в утробу». «Мимагент удален». Его рот порвался на три части. «Мимагент удален». Повыпадали все зубы. «Мимагент удален». Извиваясь в пристенных складках. «Мимагент удален». Изменяла форму. «Мимагент удален». Трухлявые кости. «Мимагент удален». Наружу лезли грибы. «Мимагент удален». Глубже, чем может вместить любая планета. «Мимагент удален». А когда он достиг дна, он превратился в тебя, мой маленький монстр. Конец.